Приглашаются борцы весовой категории до 67 килограммов. Виталий Кулезнев, мастер спорта, Пермский край. На первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, которое сейчас проходит в столице Дальнего Востока, боролся соликамец Виталий Кулезнев. Воспитанник шор-олимпиец выступил в весовой категории до 67 килограммов. Из 5 поединков Виталий досрочно выиграл 3 технические, оставив позади даже действующего чемпиона России. В схватке за первое место Виталий уступил бронзовому чемпиону мира прошлого года и завоевал серебряную медаль. На момент написания материала стало известно об успехах еще одного соликамского спортсмена. Титулованный земляк, воспитанник Соликамско-Самарской школы Павел Белкин получил золотую медаль первенства России по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 килограммов. Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с отличными результатами и желаем дальнейших успехов и побед в соревнованиях.